Всем привет! Хочу показать вам, как вот в Советском Союзе у нас делали ограничительные разделительные полосы на дорогах. Вот смотрите, видите, вот эти вот синенькие полосы, это не краска. Это вот такая вот плитка. И вот ее укладывали вот так вот в асфальт и закатывали катком. И вот смотрите, уже сколько Советского Союза нету. Вот этим полосам, наверное, лет 30, может больше, 40. Они, естественно, не стираются, ничего с ними, естественно, не происходит. В отличие от краски. Ну и дорога тоже, вот она не ремонтировалась с тех пор вообще. Ну, нормальная дорога, я вот по ней еду, вполне отлично. А вот то, что сейчас делают, берут, закатывают сверху асфальт, рисуют краску. Ну что краска? Краска проходит буквально месяц, даже меньше, и краски уже не остается. Она стирается резиной, конечно, колесами. Ну а я вот еду. Вот это мой бульварчик. Нахожусь сейчас в степи. Вот такое у нас красивое место. Это трасса Симферополь-Керчь, Керченская трасса. Или Симферопольское шоссе, как ее называют. В общем, какая там Е-97, по-моему, трасса. Такая у нас красота. Проехал я немного. Проехал я всего вот 43 километра 835 метров. Так что, в принципе, я только в начале. Но мне недалеко ехать, я тут рядом живу. А вообще у нас будут ребята из Прибалтики, из Эстонии, из Запорожья. В общем, съезжаются ребята отовсюду. Завтра у нас открытие. Ну а пока едем. Ну вот я уже почти и доехал. Там на горизонте виднеется уже Керчь, Аршинцево там. Где-то там на горизонте. Осталось не совсем немного. Заехал сейчас на заправку, залил бензин. Боже, какой ужасный бензин. Кошмар. Начал мопед у меня дергаться. Почти что глохнуть. Ну, едет пока. Но бензин кошмар. И вонючий такой. Я думал, в России с бензином все намного лучше. По крайней мере, с его качеством. Но нет. Бензин какой-то левый. Проехал я уже 74 километра. Остановился передохнуть. Сейчас поеду дальше. А заодно проверяю ветрозащиту, потому что ветер сегодня дует очень сильный. Вот там, где я вам показывал полосы на дорогах, там мне приходилось аж перекрикивать, потому что ветер аж в ушах звенел. Вот не знаю, как будет на камеру. Здесь вот тоже сильный ветер, да, достаточно сильный. То есть вот без поролона, ну это ничего не было бы слышно. А вот как вот с поролоном, не знаю. Ну вы-то уже знаете, а я узнаю только через несколько дней, когда дома посмотрю на компьютере. Курганы. Вот такая вот степь. Так вот, я уже почти и добрался. Бульварчик. Эльтиген. Огненная земля. И он мне туда дальше, вот к тому памятнику в виде паруса. Памятник эльтигенскому десанту. Вот туда я сейчас и поеду. А вон там город Керчь виден уже. Отсюда, наверное, будет плохо видно. Там заводы, порт. Заводы, конечно, все разрушены, все в ужасном состоянии.
Эльтиген. Ну вот я и добрался до места. Сейчас буду ставить палатку. Главное, что рядом есть пушка. Мало ли, пригодится. Поставил палаточку, теперь можно и погулять по окрестностям. На поводок. Вот сторожевые собаки у нас тут такие вот хорошие. Во! Сразу видно, злой пес погрызет всех, так что к нам лучше не подходить. Да? Ух. Хорошая собака. Все. Короче, поставим, да? Не платите. Серега, да, гладьте меня семеро. И не переставайте. Это, блин, все. Сердечко бы я просто. Ну, а я вставай. Медвежонок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошая собака. Заяц. 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 Да? Да. Да, заяц. Не, ну если... Давайте самбур залипаем. Какой он настолько. Ну, самбур. Так это сало, это да. Тогда сало не хватит. Да? А вот тоже. Так, ну ладно. Действительно, господа. Да.